остановились в бухточке, ну, чисто ноги помочить. И вот мы с нее вышли, она, в общем-то, там дальше. Здесь есть, в общем, много. Но сам прикол, что есть много свободного места. Спустилась женщина с пожилой. Прям к нам прилепились. Думаю, ну что ж такое, ну столько места. Почему вот так вот всегда люди странные? И спускается эта пожилая женщина. И я еще раньше заметила, что прогнили две эти ручки. Ну, которые держат, короче говоря. Ну, не держат, подпирают, да, ступени там. Как это там, перила. Они подгнили прям на два места. Думаю, сейчас какая-то она заметила, что качается. Ну, прикиньте, да, вот как вообще не проверяют, как построили, например, там, не знаю, когда лет 10-20, сколько. Девчонка молодец, занимается, туда бежала, я видела, сейчас обратно несется. Так, хотела рассказать по лежакам еще в Сельцах. Вот так интересно получилось, приехали в Сельцы, сам город я, в общем-то, получилось и не снимала. Потому что как-то это... Да, в общем-то, сейчас и снимать нечего. Вот реально пляж, что рестораны все открылись, в общем-то. Пляжи сейчас более-менее не забиты, но люди есть. Так вот, можно зонтики взять в наем. Можно, ну, естественно, с лежаком. Как там, какие комбинации вам подходят. Цены. Ну, там все в пределах 10-20 евро крутится. В общем, нормальные цены, доступные. Там, по-моему, даже с рабочим можно договориться на день, там на два, на постоянно. Не, я просто видела, что некоторые забивают места и оставляют свои вещи. О! Вау, как выглядишь, Нисан, ты припознала! Покер-фейс! Знакомая вообще не врубилась, что это она меня, по-моему, признала сразу издалека. Ты узнала? Ну вот, возле нас продавали, когда Игорь, и это его, ну, жена его. Какой Игорь? Фотографии, когда делал еще давно, ты маленькая была, вот у нас, да, магнит. Ну вот это, помнишь, у него волосы еще были такие не знаю, розовые. Что хотела стать-то, господи, сбилась. А, ну вот, берете эти лежаки. Вообще, по идее, иногда бывает целый срач, когда, знаете, забивают кто-то место поближе к пляжу, оставляют полотенца, оставляют вещи. Естественно, это неправильно, потому что потом, ну, получается, людей у других, вот кто также приехал на 10 дней, вообще нет доступа, ну, спуститься элементарно к морю. Вот, я не говорю про Сельцы, что это прям глобально. Есть места, где это действительно проблема. И там даже, бывало, выходили коммунальщики, начальник города, я про это рассказывала в прошлом году. Собирали полотенца, выкидывали в мусор. Прям целой горой, или вызывали чистку и выкидывали. Так что, как бы, лучше всего, конечно, если берется платный, это нормально заплатить, взять, и все, подтверждение, все нормально. Так, что еще хотела сказать? А, ну, в общем, если не хотите брать, то, естественно, вы имеете право и можете поставить свои вещи. Ну, опять же, не растягивая там шатер километровый. Опять же, я по пути вспоминаю историю, было это где-то на, по-моему, это было в Истре, где-то, или, да, и там был камп рядом, и там был камп для, они, подождите, что-то на голове, да, уберу, цветок или какая-то животина, а, цветочек в валятях, ой, не вырывается, прям вместе с, с волосами, пойдем. И они были, в общем, по религиозным соображениям, не могли купаться голыми. Ну, не голыми, типа даже в купальниках, вы понимаете, да? Как бы это, я не то что осуждаю, лишь что-то говорю, это просто был факт. И они пришли и разбили огромный такой рукотворный камп на нудистическом пляже, Ох, там началось. Они давай сами, значит, люди на них наезжают. Типа, что вы натворили? Разложили тут 100 лежаков, натянули шатер, позакрывали все возле, как, доступ к морю. Ну, короче, сделали, как будто у них там апартаменты свои. Они же на людей наезжают, типа, что вы тут ходите голые перед нашими детьми? Разборки были, конечно, жесткие. Ну да ладно. В общем, в Сельцах вы можете спокойно лечь, никто вас гонять не будет. И вечером даже, в общем-то, без проблем можете лечь на этот же лежак. Это я сдаю пароли, шифры, явки, хорошие места. Лежаки, в общем-то, не собирают почти никогда. Вы можете спокойно лечь, разложить вещи. В
после 6, когда вот массовка-тусовка, если, конечно, вообще будет свободное место, потому что я заметила, что последнее время до максимума люди, было меньше содержания, да, вот в городе, и люди часов до 10 тусили, реально до 10. Раньше еще какие-то 7 часов 8 была граница, когда уже голодные все шли есть по ресторанам. Потом это все как-то перетянулось до 9 плавно, и вот в прошлом году уже до 10 только, вот, можно сказать, первый такой реальный передых и меньше толпы. Но, в общем, если даже сравнивать с другими пляжами, там вот, например, когда люди уходят, уже понятно, там вечер, кстати, часто встрепенцы раньше уходят, к примеру, тот же пляж Аморика или вот тут Лучица, там лежаки убирают, значит, их собирают прям и все. И вы, естественно, сами не будете их раскладывать, тащить. А вот в сельцах это без проблем. Сегодня прочитала классный рецепт, вернее, вчера. Это я так, вообще не о сельцах, а о том, что у нас природа классная. Для, ну, знаете, как солнце вот это вот выгорает, выгорают волосы, соленая вода, тарататы. И, короче, для дочки надо поделать. Да и себе хочу. Примочки хорошие. Это... шалфей, листья шалфея, лавровый лист, о нем я уже давно слушала, мне женщины из Грузии говорили, насколько классно, они часто делали так дома, и розмарин, ружмарин, как тут говорят. В общем, можно вместе, можно по отдельности, можно добавлять еще березу и кору дуба. Укрепляет волосы, убирает, если больше перхоти, сальность, грибок, вот все подряд, вот это вот все. Кстати, море, вот я говорила про вшей, тут же по пути, что тоже может быть такое дело. Я сама удивилась, что можно и в море в шею подцепить. Так вот, что будем делать примочки, потому что это все у нас растет в саду, огороде. Все свеженькое, все наше родное. И это классно. Вот здесь песочек, здесь бы я, конечно, спустилась, но дочка гундит. Она говорит, что ей сегодня холодно.